выходят наши девочки. Алена Дмитраш, Оксана Петулько, Вита Зубченко, Вера Передели и Ольга Цугла. Кто из этих гимнасток имеет опыт выступить на Олимпийских играх в Пекине рік тому? С этих девочек на Олимпийских играх было 3 человека, именно с этой пятерки. Это Вита Зубченко, Алена Дмитраш и Вера Передели. Но, в принципе, 2 другие девочки тоже готовились тогда на Олимпийские игры, но не попали в основной состав. Вот пожелаем им, конечно, удачи. Упражнение очень сложное. Знаете, очень обидно, конечно, было достаточно много серьезных ошибок в упражнении. Обидно почему? Потому что, в принципе, именно упражнения с обручем они достаточно неплохо делали в этом году на всех соревнованиях. И